Сегодня, 27 марта, в прямом эфире телеканала «Беларусь-2» состоится 736-й тираж лотереи «Ваше лото». До начала тиража 1973 билета выиграли денежные призы мгновенной части тиража на общую сумму 57 миллионов 440 тысяч рублей. В игре принимает участие 33 770 билетов. Объем реализации составил 1 миллиард 181 миллион 950 тысяч рублей. Призовой фонд тиража составляет 590 миллионов 975 тысяч рублей. Отчисления на формирование переходящих из тиража в тираж призовых фондов составили 8 миллионов 560 тысяч рублей. Вас ожидает в туре джекпот 15 граммов золота на общую сумму 11 миллионов 477 тысяч рублей. В туре джекпот 6 миллионов 263 700 рублей на 56-м ходу. В туре 12 стульев 16 миллионов рублей. Игра продолжается до 86-го хода. Добро пожаловать в волшебный мир «Ваше лото». Из всех удач для нас важнейшей является лото, ваше лото. И я представляю вам героев сегодняшних невероятных приключений. В роли зрителей игроки «Ваше лото». В роли тиражной комиссии специалист ООО «Белагропромбанк» Екатерина Подберецкая, Ольга Посвидович, инженер ООО «Беларусь-Калий». В роли моей невероятно красивой помощницы просто Мария. Ну и в главной женской роли сегодня Ольга Венская. И, конечно же, главный герой сегодняшней серии «Ваше лото» Владимир Богдан. Мы с огромным удовольствием убедились в том, что лототрон готов к своей работе. Он заряжен абсолютно верно. И хочется повторить фразу Остапа Бендера, что я, собственно, и сделаю прямо сейчас. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Командовать парадом буду я. Я объявляю о начале первого тура. Ирония судьбы. Выигрывает билет, на котором раньше других будет заполнена любая горизонтальная строка. Этот билет продолжает играть. Согласно правилам первого тура, если победителей окажется несколько, призовая сумма делится равными долями между ними. И сегодня в первом туре разыгрывается 15 миллионов рублей. Очень хорошая сумма. Мешок перемешали и можем начинать розыгрыш. Я делаю первый ход. Это коронный номер. Подробности данной игры на сайте belotto.by. И это номер 8. Номер 8. Следующий бочонок, номер 64. Номер 64. Летим к победе, номер 16. Номер 16. Следующий бочонок, номер 7. Номер 7. Бочонок с номером 33. Номер 33. Внимание, номер 1. Номер 1. Внимательно следите за своими лотерейными билетами, номер 25. Номер 25. Так, следующий бочонок, номер 14. Номер 14, продолжение. И следующий бочонок, номер 30. Номер 30. Номер 52. Номер 52. Стоп-игра! И стоп-игра! Результаты розыгрыша первого тура выиграл один билет. Номер выигрышного билета 036-521.1. Билет был реализован в городе Минске или Минской области. Ваш выигрыш составил 15 миллионов рублей. Поздравляем! Еще одним борцом за денежные знаки стало больше. Я поздравляю, объявляю в начале второго тура. Внимание на экран! Выигрывает билет, на котором раньше других будет заполнена верхняя или нижняя карточка игрового поля. Этот билет продолжает играть. Согласно правилам второго тура, если победителей окажется несколько, призовая сумма делится равными долями между ними. И сегодня во втором туре разыгрывается 20 миллионов рублей. Нам предстоят великие дела. Второй тур – это только начало. Внимание, бочонок с номером 80. Номер 80. Ускоряемся. Номер 88. Номер 88. Обращаю внимание, что джекпот сегодня не состоялся. С возрастанием перешел в следующий тираж. 41. Номер 41. Следующий бочонок 63. Номер 63. Очень красивый возраст. Номер 81. Номер 81. Внимание. Номер 69. Номер 69. Следующий бочонок номер 5. Номер 5. Напоминаю, что лотерея «Пятерочка» тоже сегодня состоится чуть позже. Номер 2. Номер 2. Номер 66. Номер 66. Следующий бочонок номер 6. Номер 6.
Следим за цифрами. Выигрываем номер 37. Номер 37. И, безусловно, становимся богаче. Номер 18. Номер 18. Номер 9. Номер 9. Номер 54. Номер 54. Громогласно заявила удача. Номер 22. Номер 22. Номер 89. Номер 89. Номер 65. Номер 65. Следующий бочонок, номер 68. Номер 68. И 34. Номер 34. Внимание, номер 36. Номер 36. Что же у нас дальше? А дальше у нас номер 47. Номер 47. Второй тур, ваше лото, номер 21. Номер 21. Итак, внимание, номер 61. Номер 61. Номер 42. Номер 42. Спешим к богатству. Номер 3. Номер 3. Номер 15. Номер 15. Следующий бочонок, 87. Номер 87. Внимание, номер 31. Номер 31. Снимите. Стоп игра! Стоп игра, браво! Результат розыгрыша второго тура — выиграл один билет. Номер выигрышного билета 022-835.1. Билет был реализован в городе Гродно или Гродненской области. Ваш выигрыш составил 20 миллионов рублей. Поздравляю! Общество миллионеров «Ваше лото» процветает. Добро пожаловать в третий тур «Бриллиантовая рука». Третий и последующие туры выигрывают билеты, на которых раньше других будут заполнены обе карточки игрового поля. Согласно правилам третьего тура, если победителей окажется несколько, стоимость приза делится равными долями между ними. И сегодня в третьем туре разыгрывается современный и надежный автомобиль Nissan Almera стоимостью 165 миллионов рублей. Как говорится, бензин ваш, автомобиль наш. Но это пока. Буквально через пару минут этот автомобиль тоже станет вашим. Давайте посмотрим. Номер 32. Номер 32. Третий тур, самый увлекательный, волнительный, номер 4. Номер 4. Весна. Новый автомобиль, 53. Номер 53. Номер 24. Номер 24. Следующий бочонок, номер 70. Номер 70. Внимание, номер 20. Номер 20. Номер 23. Номер 23. На столе уже не хватает места для бочонков. Номер 27. Номер 27. И этим воскресным утром вы видите номер 60. Номер 60. Который сделал вас чуть счастливее. Номер 72. Номер 72. Счастливее, потому что очень скоро вы станете обладателем автомобиля 35. Номер 35. Внимание, номер 48. Номер 48. Чудесно. Номер 49. Номер 49. И бочонок с номером 17. Номер 17. Мы двигаемся дальше. Номер 76. Номер 76. Так, посмотрим, что у нас там. Номер 51. Номер 51. С каждым шагом, с каждым бочонком номер 28. Номер 28. Вы и становитесь внимание, счастливее. Это был 55-й ход до розыгрыша джекпота. Остался один ход, делаем его. Вы уже сделали номер 50. И это номер 50. Информация о джекпоте с возрастанием. Переходит в следующий тираж. Номер 44. Номер 44. Оба, номер 55. Номер 55. Счастливое число, номер 90. Номер 90. Массивно и сразу продвинул вас к победе. Номер 79. Номер 79. Внимание, номер 74. Номер 74. Так, сколько же бочонков там осталось-то у нас? Номер 40. Номер 40. Очень бы хотелось достать тот самый, да вот он, номер 83. Номер 83. И поверьте, для кого-то это тот самый бочонок. Внимание, номер 46. Номер 46. Так, бочонка все меньше. Номер 29. Номер 29. А это значит, что очень скоро мы услышим имя победителя. 85. Номер 85. Ну или, по крайней мере, город, из которого
там, где куплен билет. Номер 58. Номер 58. Стоп, игра! О! Результаты розыгрыша третьего тура. Выиграл один билет. Номер выигрышного билета 026-180.1. Билет был реализован в городе Могилеве или Могилевской области. Ваш выигрыш составил современный и надежный автомобиль Nissan Almera стоимостью 165 миллионов рублей. Поздравляем! Я, конечно, понимаю, что вы сейчас не верите в свое счастье, но вы действительно выиграли. Убедитесь в этом на сайте bellotto.by уже сегодня. Ну и идите получайте права. Если у вас таковых нет, у вас есть новый весенний автомобиль от Ваше Лото. Мы продолжаем розыгрыш четвертой последующей туры. И, внимание, на экран. Номер 13. Номер 13. Номер 19. Номер 19. Стоп, игра! Результаты розыгрыша четвертого тура выиграл один билет. Ваш выигрыш составил 800 тысяч рублей. Далее обращаем внимание наших игроков. Выигрыши на ваших экранах будут отображаться графически. Не пропустите свой выигрыш, Ваше Лото. Удачи! 67. Номер 67. Стоп, игра. Выиграл один билет. Стремительно продолжаем. 86. Номер 86. Так, что у нас дальше? 39. Номер 39. Стоп, игра. Выиграла два билета. Номер 78. Номер 78. Стоп, игра. Выиграла 10 билетов. Номер 10. Номер 10. Стоп, игра. Выиграла 10 билетов. Подтверждение. Номер 71. Номер 71. Стоп, игра. Выиграла 26 билетов. Номер 84. Номер 84. Стоп, игра. Выиграла 19 билетов. Номер 62. Номер 62. Стоп, игра. Выиграла 47 билетов. Внимание, номер 26. Номер 26. Стоп, игра. Выиграла 50 билетов. Номер 77. Номер 77. Стоп, игра. Выиграла 104 билета. Внимание, номер 82. Номер 82. Стоп, игра. Выиграл 161 билет. И номер 45. Номер 45. Стоп, игра. Выиграл 252 билета. Номер 38. Номер 38. Стоп, игра. Выиграл 387 билетов. Номер 56. Номер 56. Стоп, игра. Выиграл 670 билетов. Номер 57. Номер 57. Стоп, игра. Выиграла 957 билетов. Номер 59. Номер 59. Стоп, игра. Выиграла 1382 билета. Внимание, мы делаем последний, 86-й ход. Я уже достал бочонок. Внимание, этот ход определит того игрока в студии, который отправится на кастинг на лучшую, главную, мужскую или женскую, не знаю роль, но главное, это будет роль Остапа Бендера. Это номер 73. Номер 73. Стоп, игра. И на последнем, 86-м ходу выиграла 2249 билетов. Поздравляем победителей. Мы поздравляем победителей на очередь. Впереди миг удачи. Миг удачи. Выигрывает билет, у которого все три числа в поле миг удачи совпадут с номерами бочонков, оставшихся после основной игры. Призовой фонд «Мига удачи», дамы и господа, сегодня составляет 1 181 950 рублей. Какие же бочонки остались в мешке, Владимир? Вот об этом я и хотел сказать. Номер 43. Номер 43. Внимание, номер 12. Номер 12. Так, что у нас там еще? Номер 75. Номер 75. И, внимание, вроде бы последний. Все верно, номер 11. И номер 11. Дамы и господа, если вы не найдете ни одной из этих цифр в ваших лотерейных билетах, значит, что ваши билеты выиграли. Убедиться в этом можно на сайте bellotto.by. Я же демонстрирую вам абсолютно пустой мешок. Это значит, что основной розыгрыш завершен. И самое время подвести итоги розыгрыша «Мига удачи». Здесь сегодня выиграла два билета. Выигрыш на карте составил по 590 900 рублей. Поздравляем победителей. Дамы и господа, мы не просто поздравляем победителей. Мы спешим с ними познакомиться прямо сейчас. Внимание на экран. Друзья и родные Ивана Перуновского, обладателя главного приза 728-го тиража «Ваше Лото» автомобиля «Шкода Рапид», приехали поздравить счастливчика с победой. Жена Светлана подарила мне на день рождения двоечку билетов «Вашего Лото». Проверял, я даже отсутствовала в это время. И кричит: «Деточка, иди сюда быстрее». Мы, наверное, машину выиграли. 31-го я проиграл и выиграл автомобиль «Шкода Рапид».
спасибо в первую очередь супруге за подарок, который она мне произвела, и лотерею ваше лото. Какой солдат не мечтает стать генералом? Водитель с многолетним стажем Александр Арташкевич осуществил мечту и выиграл новый автомобиль «Ваше лото». Очень рад, что выиграл машину. Работаю давно, профессиональный водитель, 45 лет за рулем. Под старость, думаю, поезжу на новый. Большое спасибо за такой приз «Вашему лото». Искренние улыбки на лицах победителей, сладостный вкус долгожданной победы и реальная награда в руках тех, кто верит и играет в «Ваше лото». Стульев. Для того, чтобы стать победителем этой игры, вы должны быть как минимум уже здесь, в студии. Ну, а как максимум, еще и достать тот самый бочонок, который совпадет с волшебным номером стула. Для начала давайте познакомимся с игроками. Просто Мария мне в этом поможет. Прямо сейчас мы, вот как вы видите, порядковые номера игроков и бочонки, мы засыпаем их в мешок. Маш, давай. Раз, два, под ваши бурные аплодисменты, игроки, внимание. Все. Бочонки здесь. Прямо сейчас мы быстренько достаем самый нужный бочонок. Для кого? Для номера 5. Номер 5, выходите, пожалуйста, сюда. Итак, внимание, игрок с номером 5 есть у нас или нет? Бой, вы здесь сидите, вы здесь рядышком. Вы знали наверняка, как вас зовут. Доброе утро. Светлана, здравствуйте. Светлана, откуда вы приехали? С Брестской области, город Драгичин. Чудесно, весь Драгичин болеет за нас сейчас. Да, ну давайте тогда пожелаем удачи. И я меняю микрофон на бочонки для того, чтобы засыпать их в мешок. Все верно, да? Ну, давайте тогда вы помогайте мне. Я думал уже самостоятельно это сделать. Ну, так будет честнее, правильно? По очереди мы засыпаем бочонки в мешок. Вы достанете только тот, который совпадет с номером стула, в котором, собственно, и спрятан главный приз. Это 16 миллионов рублей. Ну, в любом случае, вы получите очень неплохой бонус, даже если не угадаете. Это восхитительный бриллиант, который вам к лицу. Ну что, готовы? Подумали о чем-то хорошем и достаем тот сам... И мне бочоночек сразу, пожалуйста, бочонок с номером 1. Стул с номером 1. Давайте же посмотрим, что в стуле с номером 1 у нас здесь спрятано. Доставайте, смотрите, что там. Это настоящий бриллиант, он ваш! Но помимо этого, друзья мои, я бы хотел, поскольку у нас действительно все честно, убедиться, что деньги где-то все-таки есть. Осталось узнать, где. Давайте для этого достанем сертификат от тиражной комиссии. Это стул с номером 5. И заглянем туда. Стул с номером 5, заглянем туда. Вон денежки, все, посмотрели чуть-чуть, позавидовали. Играйте в ваше лото, и они станут вашими. Вам же в подарок достается 2 двойки в ваше лото. Еще один приятный бонус на следующий тираж. Вот такой вот тираж будет. Поверьте, выиграете все на свете. Самое важное, вы приходите в Универмаг Беларусь с такой двоечкой билетов в ваше лото и говорите: дайте мне 15% скидку на непродовольственный товар. И дают, поверьте, они с удовольствием это сделают. Две двоечки ваши, аплодисменты тоже ваши. Ну а мы продолжаем розыгрыш. Счастливый номер. Счастливый номер. Участвуют только комплекты из 2 билетов с одинаковыми номерами и разными разрядами. Выигрывают в туре «Счастливый номер» комплекты билетов, у которых цифры номера билета полностью или частично совпадут с цифрами на извлекаемых бочонках последовательности их извлечения справа налево. Правила вы слышали. Я для начала, как вы видите на ваших глазах, загружаю бочонки в наш мешок для того, чтобы определить те самые счастливые 5 чисел номера 2. Сделаю это, хорошенько перемешав счастливый мешок. И знакомимся. Первое число, номер 6. Номер 6. По правилам розыгрыша снова в мешке оказывается этот бочонок. И мы достаем следующий. Внимание, номер 8. Номер 8. Так, третий. Что там мешать, бочонков не так много на самом деле. Номер 8 снова. Продолжение, номер 8. Очень хорошая комбинация, очень счастливая комбинация. Давайте внимательно, вот бы посмотреть, что доставать. Но нет, номер 2. Номер 2.
И под ваши аплодисменты и волнительные возгласы «Ура!» я достаю номер 4. И номер 4 в завершении тура «Счастливый номер». Ну а далее мы подводим итоги. Совпадение всех 5 цифр не случилось ни в одном билете. 16 билетов за совпадение 3 цифр сегодня получают по 326 200 рублей. И далее 4 билета за совпадение 4 цифр сегодня получают по 1 957 200 рублей. Поздравляем! Мы поздравляем победителей, но я хорошие предлагаю... новости тут же сообщаем для всех участников командной игры в студии. Каждый из вас сегодня увезет по 3 миллиона рублей. Снова звучат аплодисменты. Вот не дают мне сегодня, не дают просто порадоваться. 3 миллиона рублей — это вот такая сумма, причем в виде бонуса. Тиражная комиссия, все ли было правильно в розыгрыше? Огромное вам спасибо за вашу работу, за беспристрастное судейство. В качестве подарка вам достается вот такая билет и такой мгновенной лотереи. Супер, можно выиграть отличнейшие призы. Дамы и господа, ну что ж, я предлагаю продолжить сегодняшнее утро в том же темпе. Народная лотерея «Пятерочка». Лотерея «Пятерочка». Дамы и господа, сегодня отличный 385-й тираж лотереи «Пятерочка». Для начала представляю тиражную комиссию. Екатерина Подберезская, специалист ОАО «Белагропромбанк». Ольга Последович, инженер ОАО «Беларусь Калий». Дамы и господа, я хочу узнать статистику сегодняшнего розыгрыша. Итак, сегодня, 27 марта, в прямом эфире телеканала «Беларусь-2» состоится розыгрыш 385-го тиража лотереи «Пятерочка». В игре принимают участие 9092 лотерейных билета. Объем реализации сегодня составил 136 миллионов 380 тысяч рублей. Призовой фонд тиража составляет 62 миллиона 734 тысячи 800 рублей. 1788 билетов выиграли денежные призы мгновенной части тиража на общую сумму 13 миллионов 575 тысяч рублей. Размер отчислений на формирование переходящих из тиража в тираж призовых фондов сегодня составили 7 миллионов 26 200 рублей. В туре «Джекпот» сегодня разыгрывается 5 миллионов 20 400 рублей, но в туре «Мегапот» сегодня разыгрывается 45 миллионов 24 700 рублей. Отличный призовой фонд, отличное настроение сегодня утром. Давайте напомню правила основного розыгрыша. Выигрывает билет, которым в любой строке игрового поля в любой последовательности совпали 3, 4 или 5 чисел с номерами выпавших шаров. Джекпот выигрывает билет, в котором в первой строке игрового поля совпали в любой последовательности 5 чисел с номерами выпавших шаров. Мегапот выигрывает билет, в котором в любой строке игрового поля совпали 5 чисел с номерами выпавших шаров в последовательности их выпадения. И вот он, основной розыгрыш лотереи «Пятерочка». Шары в лототроне. Поехали! Первый шар номер 19. Номер 19. Дамы и господа, следующий шар номер 34. Номер 34. Внимание, номер 21. Номер 21. Номер 27. Номер 27. Смотрим, что же будет дальше. А дальше у нас номер 25. И завершающий номер 25. Ну а далее мы подводим итоги. Давайте-ка посмотрим еще раз, какие цифры выпали, напомним. 19, 34, 21, 27 и 25. Ну вот теперь уже можно подводить итоги, есть результаты. Итак, 857 билетов за совпадение 3 чисел сегодня получают по 20 100 рублей. 37 билетов за совпадение 4 цифр сегодня получают по 134 500 рублей. И хорошие новости, сегодня в одном билете случилось совпадение всех 5 цифр. И ваш потрясающий выигрыш составил 15 миллионов 61 500 рублей. Поздравляем победителя! Мы поздравляем победителя с огромным удовольствием, но не прекращаем раздавать деньги направо и налево. Лотерея «Пятерочка» продолжается специальным розыгрышем номер 4. В туре номер 4 выигрывает 4 билетов, у которых цифры номера билета слева направо полностью либо частично совпадут с номерами выпавших шаров в последовательности их выпадения. Номер 4 у нас сегодня точно будет успешным для вас. И я начинаю розыгрыш. Шары в лототроне закрутились, завертелись. И первый номер — это номер 3. Номер 3.
По правилам розыгрыша, как вы видите, шар снова оказывается в лототроне для того, чтобы подтвердить, что вы счастливчик сегодня. Следующий шар номер 5. Номер 5. Слева направо мы определяем номер 4, на всякий случай для тех, кто вдруг запутался. Очень хорошее число, многообещающее 0. 0 в продолжение. Следующий шар с номером 6. Номер 6. И вот он, шар, который определит сейчас все, практически все. Шар с номером 9. И номер 9. И так далее. Еще раз я назову все выпавшие цифры. 3, 5, 0, 6 и цифра 9. Ну а далее мы подводим итоги. Совпадение 4 и 5 цифр не случилось ни в одном билете. 20 билетов за совпадение двух последних цифр порядка их выпадения сегодня получает по 110 700 рублей. Один билет за совпадение трех последних цифр порядка их выпадения сегодня получает 2 214 300 рублей. Наше поздравление. Так, давайте убедимся, что тиражная комиссия все-таки проследила за розыгрышем. Тиражная комиссия, все ли у нас прошло правильно, корректно, честно? В таком случае я вас благодарю еще раз и итоги тиража. Ольга Венская. Итак, призовой фонд сегодняшнего 385-го тиража лотереи «Пятерочка» в размере 62 734 800 рублей разыгран полностью. Общее количество выигрышей сегодня составило 2704 билета. Также еще раз напомню, что состоялся сегодня призовой фонд 736-го тиража лотереи «Ваше лото» в размере 590 миллионов 975 тысяч рублей. Он был разыгран полностью. Общее количество выигрышей составило 8 337 лотерейных билетов. Еще раз поздравляем победителей. Мы поздравляем победителей. Я же спешу напомнить, что результаты сегодняшних розыгрышей лотереи «Ваше лото», лотереи «Пятерочка» можно узнать на сайте bellotto.by сегодня уже после 14.00. Ну а следующий тираж у нас будет первоапрельским. Посмеемся? Ну, конечно же, он будет первоапрельским. Не в плане розыгрышей и шуток, а первоапрельский тираж «Ваше лото», где, как всегда, будет много замечательных подарков, денег, очень больших денег. Поэтому не забудьте прикупить вот эту счастливую двоечку билетов в «Ваше лото». Ну а сегодня великий праздник всех католиков. Мы поздравляем вам, желаем счастья и процветания. Ну и, конечно же, без подарка не обойдется. Нет, и этим подарком станет великолепная песня от проекта «Аура». Встречайте! Сдается ни от чьих.
Пропустите крутой поворот судьбы. Стартует 737-й тираж «Ваше лото». Выиграйте золото, большие деньги и машину мечты. Ваша полоса везения начинается с «Ваше лото».